Напоминаем, впервые в Казани проходит международный фестиваль тюркского кино. И у нас снова почетные гости из Казахстана. Это Канат Турибай, кинопродюсер, член исполкома Ассоциации кино тюркского мира. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать в Татарстан. Расскажите, пожалуйста, вы впервые в Казани? Я был в Казани, но довольно-таки давно. Это было лет, наверное, 20-25 назад. Ну тогда да, можно сказать впервые. Изменения, мне кажется, настолько грандиозные. Да, вот расскажите, пожалуйста, каковы общие тенденции в развитии тюркского кино? Ну, вы знаете, вот существует тюркский мир, это вот братские народы, государства, которые объединены общей культурой, языком, традициями. Долгое время те государства, которые сейчас независимые, входили вот в коммунистическую, так, империю, Советский Союз, они были немножко оторваны от своих братьев. Но сейчас, слава богу, эти все вопросы как-то начали решаться, сближение пошло. И я так думаю, что в первую очередь, конечно, очень хорошо, что сближение идет по каким-то иным принципам, чем идеология, как это было раньше, какие-то религиозные или еще какие-то мотивы, а именно братские, родственные узы такие, они укрепляются. И искусство сближает. А искусство тем более, да. Ну, скажите, пожалуйста, а вот какие темы волнуют казахстанских режиссеров? Ну, я думаю, такие же темы, какие волнуют и татарских режиссеров, и вообще российских, и узбекских. Сколько режиссеров, столько и тем. Ну, естественно, это самые актуальные, злободневные, вечные. Набор, он всегда один и тот же в творчестве. Ну, для вас самое важное. Ну, очень много. Тут меня больше всегда, я вам честно скажу, как продюсер, меня больше всегда волнует наличие денег для реализации какой-то темы, чем сама тема. Конечно, ну да, сначала надо найти финансы, а потом уже реализовать, да. А наиболее заметные работы фестиваля, вот что именно вам запомнилось? Ну, фестиваль только стартовал, я не могу сейчас сказать, я не видел всех картин. Но я надеюсь, что самым заметным будет та картина, которую я привез. Это, конечно. На это стоит. А какую картину вы привезли, что вы представляете? Я привез кинокартину «Шал». Это «Старик» режиссера Ермека Турсунова. Картина, это полный метр? Да, это полный метр. Картина была номинирована на «Оскар» от Казахстана. Она была в номинации Тихоокеанско-азиатская премия, это в Австралии, это азиатский Оскар, так называемый, вошла в номинацию. Всего у этой картины больше 40 международных призов. Ну, мы надеемся, что и гран-при, конечно же, вы получите. Мы в любом случае очень рады с вами познакомиться. Взаимно. Благодарим вас за участие в нашей программе и творческих вам успехов, реализации Спасибо. Ваших всех вам планов. Вам тоже всего самого хорошего. Спасибо вам большое.